Осень 1941 года. Немцы на подступах к Москве. Ярославская область становится прифронтовой зоной. Город Рыбинск с его гидросооружениями появляется в военном дневнике Франца Гальдера, одного из разработчиков плана «Барбаросса». Немецкое командование собирается уничтожить город как стратегически опасный объект. Немец бомбил все объекты, которые давали производство какое-то или, значит, вот электроэнергию. В конце сентября начинается битва за Москву. От ее исхода зависит не только судьба города, но и само существование советского государства. Гитлер уже репетирует парад на Красной площади. Чтобы ускорить победу, фашисты выводят из строя все ближайшие к Москве гидроэлектростанции. После захвата Калинина и Иваньковской ГЭС столице грозит энергетический плен и остановка всех оборонных предприятий. На заводах вставали станки от нехватки электричества, и нужно было уже срочно вводить Рыбинскую ГЭС. Но к осени 41-го гидроэлектростанция остается недостроенной. И теперь от того, сможет ли запуститься первый гидроагрегат Рыбинки, зависит успех битвы под Москвой. Счет идет не на дни, а на часы. Возведение Рыбинского водохранилища началось еще в 1935-м. Ради гидростройки века был затоплен целый край. Переселено 130 тысяч человек. Под водой исчезли десятки памятников истории и архитектуры. Рыбинское море является таким уникальным музеем, скрытым под водой. Одной из затопленных святынь оказался женский Иоанно-Предтеченский Леушинский монастырь. За полвека до строительства Рыбинской ГЭС его игуменья-матушка Таисия увидела сон, в котором ее обитель погружалась под воду, а потом снова поднималась из нее. Жители затопленных земель верят, что это пророчество. Проект Русского географического общества «Затопленные святыни Молокского края» создавался, чтобы это пророчество исполнить. Цель экспедиции – найти фрагменты ушедших под воду усадеб, деревень, храмов и монастырей. Перед тем, как начать проект, провели достаточно такую большую архивную работу. Нам помогли и работники Рыбинского музея, и Ярославский архив. То есть мы собрали максимальное количество фотографий вот этих вот объектов, увидели их воочию. Константин Богданов и его команда поставили перед собой амбициозную задачу. Не просто исследовать подводные объекты, оценить их сохранность и поднять интересные артефакты, но и создать виртуальный музей, в котором каждый желающий сможет увидеть, как выглядел тот или иной памятник в формате 3D. Это, наверное, первый год, когда мы начали полноценно использовать эту технологию. Это все уже прям вот на широкую ногу поставлено. То есть вот мы нашли две подводные лодки на Балтике. Они уже существуют в варианте 3D-моделей. Модели получились очень достоверные. Но если затонувшие корабли и подводные лодки чаще всего сохраняют на дне свой облик, то все объекты Рыбинского моря перед затоплением разбирались или даже взрывались. Требовалось максимально очистить дно будущего судоходного водохранилища. К тому же то, что не доделал человек, почти 80 лет довершает стихия. Когда начинается становление льда и ледоход, все эти глыбы просто проходят по остаткам строений, дополнительно разрушая. Поэтому сегодня нам нужно найти вот эти точки, посмотреть, что от них осталось. Август 2016-го. Команда Константина Богданова приступает к первому этапу экспедиции – поиску подводных объектов при помощи гидролокатора бокового обзора.
Начать решено с усадьбы графов Мусиных-Пушкиных-Иловна, которая располагалась в 24 километрах от города Малога на левом берегу одноименной реки и была самой большой и богатой усадьбой в здешних краях. Это не тень, это может быть размыв, но объект вот он. Нам, по крайней мере, точно удалось отфиксировать расположение усадьбы. Мы понимаем, что это усадьба, потому что она соответствует флигелями, расположением фундамента. Она соответствует строго тому объекту, который мы видели на фотографии. На следующий день Константин и Дмитрий проводят так называемое пристрелочное погружение. Необходимо подтвердить наличие подводного объекта в установленном месте и понять условия работы. Рыбинское водохранилище известно своим переменчивым нравом. Море хоть и рукотворное, но с собственным характером. Погрузившись в воду, я опешил от того, насколько маленькая видимость под водой, насколько фактически темно уже больше и глубже, чем 5 метров. То есть я достаточно растерялся в какой-то момент. Не могу сказать, что я испугался, я скорее просто очень удивился, и некоторое время мне нужно было собраться для того, чтобы понять, что же я должен сделать. Фрагменты усадьбы находятся на небольшой глубине, всего 8-10 метров. Но исследовать их при видимости максимум в пару метров – задача не из легких. Первым, что увидели исследователи, был толстый слой ила. Можно сказать, они погрузились прямо в него. Затем адаптировались к темноте и пошли в сторону понижения глубины. Во-первых, низкая видимость. Сложно ориентироваться в пространстве, что сложно понимать, куда ты плывешь, что ты видишь. А второе, это что Рыбинка – это все-таки промысловый водоем, поэтому здесь любой ныряльщик может столкнуться с риском попасть в сети. Один из необходимых элементов снаряжения у Константина и его напарника Дмитрия – это нож, который в подобных ситуациях спасает жизнь дайвера. К счастью, в первом погружении тьма не таила в себе особых опасностей, и вскоре исследователи наткнулись на какую-то стену. Дайверы начинают всплывать вдоль нее, и вскоре в темноте становится еле различима аркада набережной. Знаменитая аркада усадьбы Иловна украшала собой набережную реки Малога и была запечатлена на множестве открыток и фотографий прошлого и позапрошлого веков. Трехэтажный каменный дом в своем имении построил знаменитый граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин, оберпрокурор Святейшего Синода и президент Академии художеств. В истории он остался как человек, открывший миру слово о полку Игореве. Внешний контур стены поднят, ну, примерно на метр. Разведочная часть экспедиции на Иловну успешно завершилась. Теперь исследователям предстояло дождаться зимы. Основные работы, замер объекта и художественная съемка в Рыбинском море возможны только под толстым слоем льда. Тогда видимость станет приемлемой, и у исследователей появится шанс впервые за 80 лет пройтись по знаменитой набережной Малогской усадьбы Мусиных-Пушкиных. Как часто бывает в истории, ради жизни одного города, а в 1941-м это сама столица, приходится жертвовать жизнью другого. Под воду рукотворного моря в начале 40-х уходит древний город Малога с его мощеными улицами, монастырями, церквями, усадьбами и торговыми площадями. Малога однажды уже спасала Москву. В 1149 году киевский князь Изяслав Мстиславич, воюя с основателем столицы Юрием Долгоруким, на пути в Москву дошел до Малогских земель, где его и застиг весенний разлив. Историки предполагают, что остановился князь именно там, где стоял город Малога.
Малога разлилась, весенний очередной паводок. И в этом смысле, конечно, это наступление захлебнулось. Это тоже было большое подспорье для Юрия Долгорукова, для его войск. Это помогло ему вот в этой междоусобной борьбе. В итоге на Москву Изяслав не пошел и повернул обратно в Киев. История, конечно, не знает сослагательного наклонения. Но если бы Юрий Долгорукий в той битве проиграл, у Москвы было бы мало шансов из маленького удельного княжества превратиться в столицу российского государства. Февраль 2017-го. Зимняя часть экспедиции на усадьбу Мусиных-Пушкиных Иловна начинается в экстремальные морозы. Днем воздух едва прогревается до 30. Нырять под лед при такой температуре – серьезное испытание и для людей, и для техники. Но только зимой вода в Рыбинском море становится прозрачной и появляется возможность исследовать подводные объекты. Джипы остаются на берегу. Передвигаться на многотонной технике по льду очень опасно. Исследователи перегружают оборудование на снегоходы и едут 10 километров от берега к месту затопления усадьбы Иловна. Оно было точно определено во время летней экспедиции. Толщина льда около метра. Каждый брусок весит больше 100 килограммов. Чтобы справиться с такой махиной, участники экспедиции придумали собственный рычаг для подъема льдин, который впервые испытывается прямо здесь, на Рыбинском море. Стой! Стой! Если это действительно ограда, какой-то вход должен быть. То есть это могли быть какие-то там входная группа такая, обычно там столбы какая-то там, на них там какая-то и ворота. Участники экспедиции делятся на три группы. Перед каждой стоит своя задача. Первые две пары будут работать на затопленной усадьбе Иловна. Третья попробует обнаружить фрагменты церкви Преображения Господня, находившейся неподалеку. В составе третьей группы отец Иннокентий Ольховой, игумен Свято-Данилового монастыря и по совместительству технический дайвер с серьезным опытом погружения. Для нас, конечно, как это некое такое первооткрывательство получается. Мы открываем ту жизнь, которая давно-давно уже погребена под слоем воды, снега, льда. Поэтому каждое погружение, оно приносит какие-то совершенно новые эмоции. Температура воздуха минус 30 градусов, воды плюс 1-2. Прямо на льду устанавливается палатка, дневной лагерь. Она отапливается газовой горелкой, и благодаря этому люди и техника могут согреваться перед погружениями. Регуляторы до самого последнего момента держатся в тепле. Если они замерзнут, погружение придется отменить. Из-за особенностей работы снаряжение все обмерзает, и очень часто приходится вот отогревать кипятком, отливать. И второй фактор – это то, что риск работы подо льдом, точка входа-выхода одна. Не дай бог что-то с веревкой случится, то выход можно не найти. Почувствовать свою нить Ариадны, то есть веревку, которая соединяет дайвера со страхующим на поверхности, самое ответственное и жизненно важное дело в начале подлетного погружения. Она не должна быть перетянута, это мешает передвижению, и не должна быть ослаблена. Тогда в ней легко запутаться. Но самое главное, она не должна потеряться. То, собственно, если кому интересно, вот это единственная связь с миром и наша коммуникация. Глубина 10 метров. И вот те самые кадры, ради которых и задумывалась экспедиция. В свете фонарей появляется центральная арка усадьбы Иловна. А потом обнаруживается и хорошо сохранившаяся аркада правой стороны набережной. Благодаря художественной съемке Ивана Боровикова, теперь ею могут насладиться не только участники экспедиции. Времени для работы у дайверов совсем немного. Страхующие дежурят на 30-градусном морозе. Да и сами ныряльщики серьезно рискуют из-за возможного отказа техники. И все же первое зимнее погружение оказывается удачным для всех участников проекта. И там как раз прям алтарная часть хорошо сохранилась, там пол какой, нормально. А второй алтарь чуть-чуть вот мы здесь. Мы победили! Да? Ура! Ура!
Отцу Иннокентию и Алексею Иванову удается обнаружить фрагменты храма Преображения Господня. Храм действительно определился довольно легко. Вот он совпадал с нашей ориентацией на восток православных храмов. Четко читалась алтарная апсида. Это такая часть храма, как бы восточная, где, собственно, совершается вот богослужение само. Мне было очень интересно, потому что тогда была хорошая видимость. И, в общем-то, весь храм практически можно было увидеть где-то вот метров там 5-10. Можно было прям прочитать его контур. А Константин Богданов и его напарник Денис Добряков, глава города Рыбинск, поднимают на поверхность несколько интересных артефактов. Это вот икона, то ли кусок колокола, вот то, что мы удалось поднять. Как же я замерз? То есть это такой подводный музей очень интересный. Поэтому сегодня приняли решение поднять вот эти два фрагмента плитки, ну и передать их в музей, там, в Брейтовский, в Рыбинский музей. Сразу после окончания первого этапа экспедиции оператор Иван Боровиков приступает к созданию 3D-модели усадьбы Иловна. Она станет первым экспонатом виртуального музея. Найденный фрагмент колокола отправляется в Свято-Данилов монастырь, где начинается его идентификация. Впереди летний сезон и первое разведочное погружение на Югскую Дорофееву пустынь, главную святыню Малокского края. В середине 30-х спокойная и размеренная жизнь Малокского края ушла в прошлое. Бешеные темпы индустриализации требовали от страны электроэнергию и активное судоходство. До строительства ГЭС в Волгу в районе Углича и Рыбинска судоходной можно было назвать лишь с большой натяжкой. Если мы, например, обратимся к архивам, почитаем средства массовой информации, выходящие в то время газеты, мы увидим такие любопытные заметки. То есть плывет пароход, сидит на носу парохода матрос с огромной такой палкой, который мерил именно глубину, чтобы, не дай бог, этот пароход не сел на мель. Что же касается электроэнергии, то в середине 30-х половина малокчан жили с керосиновыми лампами. Новые гидроэлектростанции должны были электрифицировать край и сделать Волгу по-настоящему судоходной. 14 сентября 1935 года Совет народных комиссаров и ЦК ВКПБ принимают решение о строительстве Рыбинского гидроузла. Высота будущего водохранилища первоначально составляет 98 метров над уровнем моря. Недалеко от города Углича путь Волги преградила железобетонная плотина длиной в четверть километра. В первом варианте расположения Рыбинской ГЭС город Малога и окрестные села в зону затопления не попадали. Но неожиданно был предложен проект, в котором мощность гидроэлектростанции увеличивалась почти в полтора раза с 200 до 300 мегаватт. Конечно, расширялась и зона затоплений. Рыбинское водохранилище достигало отметки 102 метра. Вот эти, конечно, 4 роковые метра, они сыграли вот такую большую роль именно в затоплении территории. Но если бы этого не случилось, то тогда бы гидроэлектростанция, да, была меньшей мощности, она вырабатывала бы не столько электроэнергии, и те луга тоже были бы, конечно, заболочены, и они бы, конечно, давали, ну, меньше эффективных кормовых трав. Местом строительства ГЭС становилось устье реки Шексны. Жителям Малокского уезда начали приходить письма с просьбой покинуть населенные пункты, попадающие в зону затопления. Вот этот дом Новотельниновых из Малоги. Живу я в нем уже 92 года. Жили мои предки. Когда его построили в Малогу, трудно сказать, но, наверное, еще в Малоге он стоял 100 лет. Дом старый, как хозяин. Николай Михайлович Новотельнов – один из немногих ныне живущих малокжан. Он хорошо помнит, как в начале 1936 года всех жителей Малоги собрали в городском манеже и сообщили новость, которая полностью изменила их жизнь. Выступил наш глава города,
и сказал, что будет построена плотина, что наш город Малога будет затоплен, и все население будет переселено в другие места. Реакция, конечно, была шоковая. Как же? Испокон веков жили, и вдруг куда-то ехать. Но всех, конечно, успокоили, что дадут подъемные дома, будут переносить, кто желает. Сам переносит, пускай. А кто не желает, значит, будут переносить государство. За последующие пару лет в соседнем Смолога и Рыбинске выросли три новых поселка. В один из них под названием Слип переехало большинство малогжан. Поселок даже прозвали Новой Малогой. Туда в 1939 году волгостроевцы перевезли и семью Новотельновых. И вот здесь остались метки. Вот это номер бревна и номер стены. Вот девятое бревнышко, стена номер 7. Вот десятое бревнышко, стена номер 7. Каждое бревнышко должно свое место иметь. Оно подгоняется одно под другое. А где пропало бревнышко, вот там уже сложнее получается. Самое время разрушить страшный миф о строительстве Рыбинского водохранилища. Десятилетиями из уст в уста передается история о людях, которые, не желая покидать свои края, приковывали себя цепями к домам и, как в голливудском кино, уходили на дно, сбиваемые сокрушительным потоком. Если учесть тот факт, что Рыбинское водохранилище наполнялось с 1941 года по 1947 год, человек скорее умрет от жажды, от голода, нежели как бы тебя затопит. Из 130 тысяч жителей Малогского края переселяться отказались 294 человека. О них говорится в рапорте лейтенанта госбезопасности Склярова. Несогласных перевозили в административном порядке. Переселение началось осенью 1936 года и длилось около 4 лет. Завершилось к декабрю 1940-го. Само водохранилище начало формироваться в апреле 1941 года. Вот даже можно сказать конкретный день рождения Рыбинского моря. Это 14 апреля. Начался очередной весенний паводок. К этому времени уже фактически река Волга и Шексна в районе города Рыбинска, они были уже перекрыты. В мае-июне 1941 года на новом водохранилище открылось судоходство. Через Рыбинский шлюз прошли первые пароходы. Но 22 июня 1941 года все в одночасье изменилось. Началась Великая Отечественная война, и гидростройку века заморозили. Ушли на фронт строители, инженеры, энергетики. В первые дни войны никто не предполагал, что через несколько месяцев от того, сможет ли запуститься первый гидроагрегат Рыбинки, будет зависеть судьба столицы. Сентябрь 2017 года. Участники экспедиции собираются для разведывательного погружения на самый большой объект в Рыбинском море – православный мужской монастырь Югская Дорофеева пустынь. Для края эта святыня была особенно значимой. В ней находилась покровительница здешних земель – Югская икона Божьей Матери. По данным переписи населения 1906 года, в обители постоянно пребывало 3000 человек. То есть одно дело локализовать усадьбу или церковь в конкретном селе, а другое дело – это некая территория, на которой было несколько монастырей, был братский корпус, были какие-то еще хозяйственные культовые сооружения. Огромный был культурный, духовный и, в общем-то, экономический центр вот на этой территории. В разведывательном погружении на Югско-Дорофееву пустынь участвует глава города Рыбинск Денис Добряков. Его увлечение дайвингом 20 лет назад началось как раз в этих местах.
Теперь знания особенностей водоема пригождаются в экспедиции Русского географического общества. На Рыбинском водохранилище, если погружаться, то надо очень много мучиться, потому что видимость близко к нулевой, температуры холодные. Надо уметь использовать разное оборудование, разную конфигурацию оборудования. И самое важное – иметь достаточно высокую квалификацию. Участие главы города в поиске затопленных святынь – это, конечно, не только личное увлечение, а дайвинг с особым смыслом. Прежде всего, речь идет о привлечении в край любителей подводного экстрима и туристов-паломников. С учетом проведенной экспедиции мы можем точно позиционировать, где находилась та или иная церковь, та или иная, значит, святыня, над которой можно помолиться, к которой можно прийти водным путем, которую можно организовать как некий маршрут, маршрут посещения. Итогом сентябрьской экспедиции 2017 года становится обнаружение достаточно большого подводного объекта, находящегося в координатах Югской Дорофеевой пустыни. Мы увидели развалы кирпичей правильной формы, да, что позволяет предположить, что это стены. Какие-то фрагменты кладки, какие-то камни, вот что-то. Да, но видимость метр. И естественно, что вот сейчас делать выводы какие-то сильно преждевременно. Собрав всю предварительную информацию по Югской обители, дайверам остается снова ждать зимы и надеяться на милость сурового рукотворного моря. На его помощь 77 лет назад надеялись и защитники Рыбинска. Страшной и морозной осенью 41-го им предстояло запустить недостроенную ГЭС. С начала войны недостроенное здание гидроэлектростанции стояло без крыши, наспех укрытое брезентом. Унылая и безжизненная картина. Но именно она в итоге и спасла одну из мощнейших российских гидростанций от уничтожения. По одной из версий, один из асов немецких доложил у себя, что они разбомбили станцию, поскольку вид с высоты был примерно таким, как после бомбежки. Ну а вторая версия то, что ну а зачем бомбить свое? Оно скоро будет нашим. Амбиции и невнимательность немцев сослужили советским гидростроевцам добрую службу. Под нагромождением арматуры и лесов вражеские летчики не разглядели почти готовые к пуску мощные гидроагрегаты, до запуска которых оставались считанные дни. Торопились, потому что Москве не хватало электроэнергии. Некоторые московские тепловые станции уже находились на оккупированных территориях. И поэтому надежда была только на гидроэлектростанции, вот на Угличскую и потом на Рыбинскую. 18 ноября положение в системе Мосэнерго было угрожающим. Московские ТЭЦ дожигали последнее топливо. Снежные заносы срывали доставку торфа. В топке котлов стали кидать пни. Частота тока понизилась так, что на заводах встали станки. Но под утро 19 ноября все изменилось. Впервые за много военных дней москвичи увидели в своих квартирах яркий электрический свет. В Рыбинске дежурный инженер Пшеничный нагрузил генератор до 44 мегаватт и написал в оперативном журнале «Начало промышленной эксплуатации Рыбинской ГЭС». Над его головой был только брезент, а пульт управления обогревался вручную сконструированными электропечами. Какую-то стену мы померили. По-моему, вот здесь вот получается 22 метра. Вот. Согреваясь в палатках с газовой горелкой, продолжают свою работу на Рыбинском водохранилище и участники проекта «Затопленные святыни Молокского края». В зимнем сезоне 2018 им предстоит завершить исследование главной святыни этих мест – Югской Дорофеевой пустыни. Ах ты! Летом мы получили только сонограмму и нашли кучу кирпичей с большими, ну, какими-то большими тесанными блоками. Соответственно, на основании вот этих летних данных были пропилены три майны. Я сюда с Димкой. Сюда с Димкой. Давай тогда я туда с тобой. По сложившейся уже традиции, работать будут несколько пар.
Первая проложит ходовики и произведет разметку объекта. Вторая возьмет на себя художественную и техническую съемку затопленной святыни для 3D-музея. Ну а третий достанется счастье поднять на Рыбинского моря какой-нибудь интересный артефакт. Что там, регулятор у меня в воде? Да. Могу дышать? А, эти нет еще. Нет? Задние нет. Стой, вот сейчас да. Настоящим подарком для дайверов оказались не сильно морозная погода, минус 7-8 градусов, и хорошая видимость под водой. Все это позволило детально обследовать объект, который в итоге оправдал даже самые смелые ожидания. Обнаруженная летом гора кирпичей и большие тесанные блоки оказались фрагментами колокольни, а интересный артефакт для подъема отыскался при первом же погружении. В первую очередь будем снимать тот квадрат, где колокольня. Дальше пройдем немножко по стене, там обнаружили фрагменты кованой ограды. Вот, поснимаем вот это. Будут работать две пары. Одна пара пойдет со съемочными целями, вторая пойдет, скорее всего, поднимать вот эту ограду для того, чтобы посмотреть, что это. На месте главного собора обители, к сожалению, остались только огромная яма, вероятно, от взрыва, которая предшествовала затоплению. А вот фрагменты других монастырских построек, поваленные стены, балки и элементы декора под слоем ила вполне определились. Скоро их внешний вид будет восстановлен в 3D-формате. Югский монастырь, и память о нем у нас присутствует в центре города Рыбинска. Это на улице Стоялой, рядом с бюстом нашего праведного воина Федора Ушакова, находится часовенка Югская, Югского монастыря. Богоматерь Югского монастыря, она была, есть, остается покровительницей города Рыбинска. Поэтому для нас это наша история. История района, история города. Все перетекает. В финале экспедиции дайверы подняли на поверхность элемент кованого ограждения, возраст которого может превышать 400 лет. Это лежало на стене, поэтому предположили, что, возможно, это какой-то козырек или элемент там, декора. Да. Может быть, над входом был какой-то козырек. Поскольку внимание к этой святыне достаточно большое, и здесь же есть в Рыбинске музей, возможно, это станет каким-то музейным экспонатом для того, чтобы люди могли посмотреть и, так сказать, ну, прикоснуться к живой истории. Создание водохранилища – это уже история. Причем история тяжелейшая, но великая. То есть всем понятно было, что без энергетики страна не выживет. Но при этом надо было жертвовать чем-то другим. Жертвовали нашими землями, жертвовали деревнями, переселяли людей. Но при этом создали мощнейшую систему энергообеспечения. С ноября 1941 года Рыбинская ГЭС снабжала электроэнергией Москву и 4 области – Московскую, Горьковскую, Ярославскую и Ивановскую. На помощь первому генератору в январе 42-го пришел второй. А уже после победы, в августе 45-го, ввели в эксплуатацию самый памятный третий гидроагрегат, созданный в блокадном Ленинграде. Во время бомбардировок города рабочие не уходили в бомбоубежище, а прятались в полости турбины, зная о ее сверхпрочности. Рыбинская и Угличская ГЭС – это первенцы нового витка в гидростроении Советского Союза. Вот установлены здесь гидроагрегаты, гидротурбины, гидрогенераторы. А на тот момент были самые мощные не только в нашей стране, но и за рубежом. И они дали толчок для развития гидроэнергетики на последующих станциях. Достаточно сказать, что гидроагрегаты Рыбинки отработали почти 3 срока службы. Вместо положенных 30 – 80 лет. И только в 2017 году началась их замена на новые. Мы успели снять последние из легендарных машин. Почти 2 года оператор и 3D-режиссер Иван Боровиков работает над кадрами виртуального музея.
буквально по кирпичикам, точнее по десяткам тысяч фотографий, он восстанавливает на экране усадьбу Иловна. Была идея построить 3D-модель вот этой вот набережной и тех, возможно, там, грудь кирпича, которые остались от усадьбы за ней, и на основе этой модели сделать мобильное приложение и видеть вот построенную как бы в дополненной реальности усадьбу, как она раньше выглядела, вот на основе вот тех вот как бы обломков, которые были. Ну, по сути, вот как бы такой, знаете, степ-бэк в историю, шаг назад в историю. Пока Иван Боровиков создает 3D-модель Молокского края, игумен Иннокентий из братьей Свято-Данилова монастыря изучает главный духовный артефакт экспедиции — фрагмент колокола с изображением Николая Чудотворца. Это колокол, который весит 21 пут, это примерно 340 килограмм, в пересчете на наши цифры. Наш колокол был поменьше, примерно вот такого размера, около 300 килограмм. И вот мы видим, что на этих колоколах сделаны орнаменты и могут быть вот такие изображения святых. Здесь у нас икона святителя Николая. Вот здесь орнамент примерно в таком же размере, поэтому вот примерно вот так выглядело это на том колоколе, который был в усадьбе. На прощание отец Иннокентий обещает. Уже скоро можно будет послушать звук усадебного колокола. Современные технологии позволяют и это. А значит, затопленные святыни Молокского края, как и предсказывала в начале 20 века игуменья Таисия, снова возвысятся над водой рукотворного Рыбинского моря.